Тем, кому не спится в понедельник вечером, Ярославский планетарий открыл свои двери. Фильм о созвездиях, интерактивный урок о Валентине Терешковой и, конечно, наблюдение в телескоп за звездным небом. Но обо всем по порядку. Самое интересное – это, конечно, наблюдение за звездами. В обсерватории к телескопу прильнули романтики, исследователи и просто те, кто жить не может без звездного неба. Кстати, сегодня погода на редкость ясная. Весь рельеф Луны, он лучше наблюдать его, когда есть граница света и тени. То есть в полнолуние это не самое лучшее время для наблюдений. Марс сейчас находится вблизи противостояния. То есть 9 апреля, вот не сегодня, конечно, но уже скоро совсем, Марс будет располагаться на одной линии Солнца, Земля, Марс. Параллельно в «Звездном зале» идет фильм «Мифы о созвездиях». Это настоящее погружение в тайны Вселенной. Кстати, сами созвездия ученые давно посчитали. Их 88. А вот новую звезду на небе открывают нередко. Например, одну из таких открыли в этом году в созвездии Цефея. Ярославцам после такого кино наверняка всю ночь будут сниться мириады звезд. Фильм сам по себе с чисто научной точки зрения замечательный. Были показаны созвездия, все мифы с греческими именами. То есть посмотреть это очень интересно. Созвездия, когда появились, откуда произошли названия, что были связаны с древнегреческими мифами. Да, нам завтра в школу, несмотря на это, мы пришли в такое позднее время и очень довольны. В другом зале проходит интерактивный урок о знаменитой ярославской чайке, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой. Зрители не только смотрят, но и участвуют в лекции. На каждом столе монитор и джойстик. С помощью него ярославцы отвечают на вопросы о звездной биографии Валентины Владимировны. Ночь планетария проходит в первый раз и уже привлекла немало ярославцев. Кстати, в мае состоится еще одно мероприятие «Ночь музея». Организаторы обещают, что, как в популярном фильме, здесь тоже будут оживать экспонаты. Александр Лисицын, Денис Ромашов. День в событиях.